Друзья, вот и вечер пятницы, это значит эфир национального телевидения Калмыкии продолжает программа «Музыкальный привет» в студии Ангелина Ирднева. Здравствуйте! Приближается знаменательная дата, а вы все еще не знаете, что подарить и как оригинально поздравить, чтобы надолго запомнилось вам и вашим близким. Да-да, вы не ошиблись, именно «Музыкальный привет» поможет вам, чтобы торжество прошло идеально, и еще долго в вашей душе теплились добрые воспоминания об этом мероприятии. Мы всегда рады передать ваш привет в эфире, свое актуальное и интересное. Поздравления вы можете присылать к нам в редакцию по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах. Ну а сейчас пришло время подкрепиться порцией позитива, зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением, ведь я начну передавать ваши поздравления. И первый привет прозвучит для Татьяны Бабенко. Родные поздравляют с очередным днем рождения и передают вам привет и это поздравление. Желаем драйва, куража, азарта, огромного везения, больших успехов и невероятных возможностей. Чтобы продолжала и дальше реализовывать свой потенциал. Пусть у тебя все получается, ведь ты сейчас в самом чудесном возрасте, когда хочется и можется. Позволяй себе видеть шансы, исследовать за мечтой и быть творцом своей прекрасной жизни. Удачи во всем! А сейчас для Татьяны звучит музыкальный подарок. Пусть настроение будет отличным не только в день рождения, но и каждый день. Саған білі сақсы құлан күнче білі қойыр келін Саған білі қоқ алзың күнче білі кетін бір сақсы білі күзі қарын Ады білі дәріқін сәғын сақсы білі нөйтәрін Ады білі әлі кетті ерігі дұд әлсі кептен ұғыран ұғыт әндірі дұғыран ұғыт Әнжіні мәлі сәкеді дұд шығыры қысы шығыды дұд Шылы бәрін ұйда дұд шарман жүгілін білі шарнарын ұйдылар Продолжаем вечер музыки и теплых слов. И я приглашаю к экранам телевизора еще одного именинника. 17 января свой День Ангела отметил Дмитрий Айтаев. Родные и друзья спешат еще раз поздравить вас, но уже с экрана телевизора. Близкие передают вам эти строки. Всегда оставаться таким же настоящим мужчиной. Пусть все, что ты задумал, исполнится. Пусть достижения растут, доходы увеличиваются в геометрической прогрессии. Здоровье не дает сбоев. Продолжай и дальше дарить свою заботу. Здоровье тебе на долгие годы, удачи и самых потрясающих успехов. Для Дмитрия звучит музыкальный подарок. Get out of here.
16-летием Диану Бакунееву поздравляет Ольга Гармаш. И вот такое поздравление адресует тебе. Поздравляю с твоим 16-летием и хочу от души пожелать оставаться победителем по жизни. Уверенно добиваться своих целей, чтобы твои родные и дальше гордились твоими поступками и успехами. Желаю тебе здоровья, блага, доброго настроения, большой удачи и везения. Будь счастлива. Вот такое трогательное поздравление прислали к нам в редакцию. А у нас на очереди музыкальная композиция. Специально для вас, дорогая Алтана. Так же, как и предыдущая, эта неделя была наполнена вашими приветами. Пишите, звоните к нам в редакцию, мы обязательно покажем ваши поздравления в эфире нашей передачи. Все контакты вы видите на своих экранах. А также записывайте свое видео-поздравление на любой электронный носитель. Ну а нам время пришло прощаться, я присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю всем хорошего вечера. Здоровья, берегите себя и своих близких. Увидимся в эфире. До свидания.